Ночному пожару на строительном рынке АКОС в Одинцове присвоили второй ранг опасности. Сегодня ночью загорелся один из торговых павильонов. После огонь распространился на площади 500 квадратных метров. 24 мая 2023 года в 2 часа 39 минут поступило сообщение о пожаре по адресу городского округа Одинцова, улица Внуковская, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на территории торговых площадей. На месте пожара был объявлен повышенный ранг пожара, пожар номер 2. Принятыми мерами в 1 час 55 минут 25 мая пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. Всего к месту пожара были привлечены силы и средства в количестве 96 человек личного состава и 31 единицы техники. В настоящий момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара. Причины возгорания уточняются. Вопрос на контроль возьмет Одинцовская прокуратура. Подробный репортаж о пожаре и его последствиях смотрите в нашем вечернем информационном выпуске.